Алишер Усманов выделил 10 миллионов долларов узбекским медикам. Все средства, которые бизнесмен передал республике, раздадут персоналу скорой помощи в виде единовременных выплат. Ташкент, 31 июля, Спутник. Известный предприниматель и меценат Алишер Усманов выделил Узбекистану 100 миллиардов сумм, 10 миллионов долларов, сообщает УЗА. Эти деньги, а также дополнительно 100 миллиардов сумм из государственного бюджета будут выделены для поощрения персонала скорой помощи, говорится в информации. Таким образом, врачи получат по 5 миллионов сумм, средний медперсонал 4 миллиона, а водители 3 миллиона. Выплаты будут единовременными. Также стоит отметить, что выплаты распространяются только на сотрудников, принятых на работу до 1 июня текущего года. Алишер Усманов выделил по 2,5 миллиона сумм семьям Андижанской области больше, чем. Напомним, ранее Алишер Усманов перечислил 2,5 миллиарда сумм в фонд общенародного движения «Сахават Вакумак». Эти средства были предназначены для тысячи малообеспеченных семей из 48 махалли Мархаматского района Андижанской области.